сегодня выполняем функцию заброшника. Задача заброшника – просмотреть полностью зону и выявить наиболее перспективные точки, где ловят рыбу, куда можно подбуриться, куда лучше пойти. Водоем неоднозначный, сектор тоже неоднозначный. Рыба есть, стоит локально. Знаем, что один парень сел очень хорошо, калужанин вроде, он сел в корягу. У него лифтовой окунь, стабильный, он его ловит в хорошем темпе. И увидели одного владимировского, который ловит по ленточке ерша. Пока что более чего-то стабильного не увидели. Смысл подбуриваться под них никакого, собственно говоря, нету, потому что коряга она одна, рыба стоит вся у нее. Также ерш. Ерш, у него свое гнездо. Где-то примерно расстояние где-то у гнезда 3 метра. Он в этом диапазоне стоит. Между флажками 5 метров должно быть, поэтому подбуриваться смысл. Пробовать перетянуть по течению, если только, но там-то уже все занято. Сейчас вот думаю, что нам делать. Смотрим нашу подзорную трубу и ищем более перспективные точки. Первый тур. В узких зонах все очень сложно, все непонятно. До недавнего времени бегали даже с нулями, с одной, двумя рыбками. В общем, на финише будет, только на финише будет ясно. Потому что возможен выход плотвы, локальный и так далее. Мы сейчас находимся в женской зоне. Здесь, так скажем, со старта заработала мель. Мелкая сторона, которая ближе к берегу, и локально вот этот угол. 4-5 девочек сели и стали плотно ловить мелкого такого окунька с ёршиком. Они ловили, ну, в среднем где-то полторы-две рыбки в минуту. Те, кто пошли на глубину, в общем-то, рыба крупная не вышла, как я понимаю, да, и у них все не очень здорово. И, на мой взгляд, сейчас выиграет тот, кто стабильно будет ловить, потому что сидеть 3 часа на коленках в одной позе очень тяжело. И те, кто выносливый, те, кто выдержит, те и победят. 5 минут! Закончили ловлю, достаем снасти. Как первый попавшийся, блин. Вот сел, блин. Я думаю, уже 6, хорошо. Успели, вот уже позавтракали, классическая ишенка. Сейчас допиваем кофе, через 2 часа старт.
За час надо оказаться на льду, потому что выход в зону здесь всегда заранее происходит. В зонах будет уже проверка корма, прикормки, живого компонента. Кстати, вот живой компонент у нас тоже с утра принимает ванну. Собираем самых бодрых, самых здоровых мотыльков для насадки. Ну и все. Осталось только попить кофе, потеплее одеться и в дорогу. Станислав Юрьевич, да. А там же у нас еще был какой-то моделек. Пошли, а, у меня влезет в сумку моей. А что ты хочешь? А что ты хочешь брать? Ну, во-первых, доброе утро, здравствуйте, я кашлял. Здравствуйте, товарищ. Вновь утро, вновь мы на Воронежском водохранилище. Неделю мы тут уже маемся. Сегодня погодка радует, ветра нет, тепло. Полотвинная погода сегодня. Снежок хлопьями крупными падает, кайф просто. Второй тур чемпионата России по мормышечке. Первый тур прошел с переменным успехом. Ну, как мы и говорили, водоем шансовый, рандомный. Можно попасть, можно не попасть. Кто-то выиграл в лотерею, а кто-то проиграл в нее. Сегодня второй тур лотереи. Да. Посмотрим, чем все это закончится. Предварительные итоги после первого тура таковы, что мы идем на четвертом месте. Впереди тройка лидеров. Это три команды, у которых выступили все ровненько. Никто не провалился. Мы им всем желаем сегодня удачи. Да, удачи, успехов, да. И набрать побольше баллов. Да. Хороших улетов им. Да. Вчера удалось показать средний результат, но... Смешно прозвучит, одна рыба могла бы поднять меня на 10 строчек, то есть уловы там буквально в граммах, у кого-то грамм в грамм есть веса. Рыбка 50 грамм поднимала спортсмена на 10 мест, результаты очень плотные, выдаем мало рыбы, малорыбный, тяжело читаемый, сложный в целом. Есть течение, есть соперники. И с таким количеством рыбы тяжело понять, как ты себя ощущаешь в зоне, у кого какие уловы, и сориентироваться. И поэтому приходится включать внутреннее чутье. Надеюсь, оно у меня сегодня сработает получше, чем вчера. Это вот здесь какой-то белорус. Соревнования проходят в штатном режиме, то есть грубых, сильнейших таких нарушений есть. Да, есть мелкие огрехи у спортсменов, но они и будут, потому что все-таки это чемпионат страны, волнение у ребят. И бывает, даже именитые спортсмены иногда забывают на автомате, делают движение, ну, забывают там с флагом поработать, все. Ну, таких серьезных прям нарушений за то, чтобы наказывать их нет. Вчерашний день показал, был слом погоды, то есть рыбы, ну, мало. Если женщины выступили в рыбной зоне, у них, да, были веса там порядка за килограмм, все такие, то у мужчин даже на взвешивании было одна-две рыбы. Ну, хрен узнать, будем надеяться, сегодня оттепель, может быть, будет плотва, что-то у них изменится. Сегодняшний тур просто он покажет, что будет. Наш водохранилище никогда не дает два раза хорошего. Она либо один день дает рыбу, либо не дает. Но если она вчера не дала, то сегодня, думаю, надеемся, что даст. Ну, а там сегодня в конце на взвешивании все будет известно.
Они думали, тут это... Пойдем посмотрим. Белолика. Нургатин. А, ну и Саша тогда в середине, да, примерно? Просто ему давай туда. Второй тур начался. После первого тура одна наша команда, это Тверская, на четвертом месте. И две липецкие в районе 10 и 15. Сейчас я точно не вспомню. Это не принципиально, поскольку сегодняшний тур, он может перевернуть все вот так вот с ног на голову. Один улет, это, представляете, это 38 место, 30 место. Это сразу 30. 25-30 баллов. Мы сейчас проигрываем третьему баллов 25. Если мы без улетов, а не с улетами, то мы тут же это, компенсируем все это. Ну, суть не в этом. Очень непростой тур. Уловы очень разные по весу. И что будет сегодня, я думаю, что мы будем наблюдать интересную картину в плане того, что движение по таблице будет вот такое вот, хаотичное. И даже сейчас предсказать, кто будет вверху, а кто ниже, невозможно. Все может случиться. Что относительно женской зоны? Ну, здесь у нас, слава богу, все хорошо. У нас все четыре девочки в десятке. У нас Катя Гришина первая. Лена Николаевна 5-я, Цвета 7-я, Наташа 8-я. Известно, почему мы немножко не дотянули. Вот. Но сейчас сделали выводы. Я думаю, сейчас будет все великолепно. Есть хорошие шансы нашим девочкам попасть в призы. Водоем крайне сложный. Он сложно читаемый, поскольку если ты в зоне непосредственно не тренировался, то надо просто по ходу включить мозг, опыт, и если этого не хватает, ногами бурить, искать, проверять все лунки подряд, которые на пути попадаются. Это иногда дает результат. В общем, нужно активно работать. Сидеть на лунке — это 1-2 в зоне, может быть, сядут на ерша, они будут сидеть на лунке, остальным пахать. Во-первых, на соревнованиях не надо много рыбы ловить. Нужно поймать просто больше, чем поймали соперники. И все. А рыб, не знаю, то ли
с положительной стороны, тоже с отрицательной. Но тут рыбы в достаточном количестве, то есть нулей не будет и нету. То есть каждый ловит свою рыбку. Кто сел на ерша, кто продолжает бегать, бурить, ищет плотву. Но плотва какая-то несговорчивая. Но кто ее найдет, тот будет в золоте, в шоколаде. Ребята, большинство мастера и такие серьезные, но человек в зоне бегает с нулем, у всех остальных одна рыбка, две рыбки, там, или три окуня поймал, а они общий вес 30 грамм. Закончили ловлю, достаем снасти. Сегодня удалось попасть. Пятнышко ерша небольшое. Со старта пока народ там не набежал. Еще подловил трех плотвичек. В принципе, результатом доволен. В районе там 500 грамм, наверное, что-то будет. Но рассчитываю, что попаду в десятку. Очень тяжелая, очень нервная и очень неинтересная ловля. Ловля абсолютно лотерейная. И никакой опыт, никакие классные снасти не помогают. И самое страшное, что вот к такой ситуации, к такой ловле невозможно подготовиться и натренироваться. На самом абсолютно деле, если бы у нас в команде была бабка-колдунья, черная магиня, то наши результаты могли быть гораздо лучше, потому что здесь все вот держится именно на этом. А берешь кошку, приносишь ее в жертву, и на следующий день все в команде садятся в пятно ерша и отлично ловят. Вот единственный способ, как можно выиграть Воронеж. Друзья, всем привет! У нас сегодня закончился второй тур первого женского чемпионата России. Команда «Волжанка» выступила очень-очень неплохо. В первом туре Катя Гришина заняла первое место. Ей удалось попасть на плотву. 2700. Это первое место в зоне. Сегодня отыграли второй тур. Чуть не такой ожидаемый результат был, но все равно сыграли неплохо. По нашим предварительным подсчетам, Катя Гришина из команды «Волжанки» заняла второе место в личном зачете, и я заняла третье место. В общем, все получилось так, как мы планировали. А по уловам какие веса примерно? По уловам, значит, первый тур Катя Гришина 2700, это первое место в зоне. Я была седьмой, у меня было 1300 кг, по-моему, что-то такое. Наташа Шебельянова, не помню, чуть похуже сыграла. Дальше Елена Николаева у нас еще есть, новенькая девочка в команде. Вчера выступила хорошо, она была... Не помню, третий, по-моему. Не помню. В общем, вчера мы выступили все более-менее ровно, попали в десятку. Сегодня у нас девчонки слегка подулетели, но не очень низко. В итоге Катя Гришина вторая, я третье место. Все получилось.
Ну вот девчонки половили, у них зоны были вдоль берега, у них хорошо клевали окуньки маленькие, у них ёршики были. Вот. Но мужская зона 400 метров, 450 в длину, то есть периметр больше километра. Если их линейно вдоль берега расположить, ну... Я думаю, что не все бы выжили просто. Но когда еще и рыбы мало, прям... Тогда совсем атас и плохо. Мне, ну, единственный вариант, вот как бы можно было улучшить ловлю в этом месте, это провести чемпионат еще через 3 недели, короче, чтобы когда снег, растеплело и плотвичка начала шевелиться. Да. С точки зрения удобства обслуживания чемпионата, работы судей, конечно, расположение 10 зон в кучке посередине хранилища, это очень удобно, 100%. А вот с точки зрения рыбы, я и всем раздал, казалось, не очень.